доброго времени суток. Хочу пожелать всем прекрасного творческого настроения. Спасибо хочу сказать Дарье, ее команде, всем кураторам, всем девочкам, которые были со мной одновременно на курсе. Спасибо, Дарья, за то, что вы даете и делитесь таким багажем очень большим знаний. Если кто-то сомневается, что не получится или нет, не стоит сомневаться. Не умеешь рисовать? Дарья научит. Не умеешь резать зеркала? Не умеешь делать картины красивые? Даша тоже научит, и ее команда всегда поможет, рядом окажется. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом. Курсы очень замечательные, очень интересные, отлично все дают. Конечно, объем информации, тот, который дают за 3 месяца, очень большой. И немножко вначале кажется немножко сложновато, но потом все это укладывается в систему, и со временем, то есть вообще нормально все становится. Во время прохождения курсов я сделала вот такие картины. Это дерево, это вот получается фактически зеркально. Первая была солнышко, а потом там у меня лес и вот это вот дерево. Но дерево это считается в школе вообще этажное. Фирменное дерево. Потом сделано было, ромашка еще. Ромашка, медуза вот. Медуза сделана. Дропики сделаны. Эта картина. Это вот за время прохождения курса. Мишки сделаны. Мишки у меня еще сохнут. Вторая заливочка и авторская работа получена. Сделана. Конечно, здесь труд и труд большой. Но спасибо с помощью Дарьи и девочек-кураторов. Все получилось, все вышло. Я очень довольна. Так что хочется команде сказать огромное-преогромное спасибо. Это новая ступенька у меня в творческом росте. И хочется дальше расти и развиваться. Всего доброго.